Раненый у нас Андрей, раненый. А, оглушило. Ты меня будешь корректировать по движению БТРа. Так, все на медленный шаг. Доходим до торца здания и останавливаемся. Итак, группа, внимание. Министерство внутренних дел Дагечни совместно с районом УФСБ. Не высовываемся в проем. На правую сторону все. Выявили примерные сроки проведения террористических актов со стороны дагестанских радикалов. Сымер, ждем тебя. Но, видимо, информация уже пошла ненужным рукам. И они решили сыграть на бис. Мы готовы. Начинайте движение. Первая группа будет двигаться вместе с БТРом. Мы подключим сразу, как у вас бой завяжется. Сейчас первая группа начинает движение. Да-да, мы пока что стоим, нас заблокировали. Попробуйте с своей стороны выдвинуться. Да-да, пытаемся. Я в здании. Андрей, надо проползти. Найти 3 микроавтобуса. Опознать, что они перевозили. Локализировать. Повтори. Ох, ебать, колотить! Отползай! Группа 1 готова начать движение. Продолжайте. Займу позицию вместе со Стасом. Стас, живой? У нас один 200-й. Аккуратно. Тачка тебя вылечила, оружие себе найти, блядь. Я внутри. Вот он бежит, калаш. Так, Шариф, помогай ему, я сейчас к соседнему зданию пробегусь. Сувом убил. И все. Пенни, ты на каком ты этаже? На первом. Можешь меня? Сам где, Виталий? Торец. Красный Сув. Ты внутрь залез? Не-не-не, здесь. Проходите ко мне. О, твою мать! Вы уже во дворе своих не перестреляете, у красного Сува. Вижу боевиков, за белым Сувом перебегает на ту сторону улицы, белый Сув. Зажимай. Уничтожил одного боевика. Внимательно на балконах они могут. Блять, друг. Это гражданский уползает, раненый? Нет, гражданских здесь нет. Обстрел. С балкона, бейте его. Ты точно, меня проверили. Убил, с балкона убил. Еще на балконе. БТР, продвигайтесь во двор. Вот ты живой? А живой ранен, лечусь. Первая группа. У нас бывает 200, один 300-й тяжелый. А, Отто, ты видишь соседнее здание противоположное? Вижу, но не полностью. Нажми по третьему этажу. Блядь. Добейте выживших. Так, но все. Стас, где Стас у нас? Стас. Здесь. А, все. Начинаем движение по направлению вот этого забора. Чего вы слышите? Ну, у нас один 200-й. На подступе. Мы вдвоем шлепнули. Остались. Остальные мертвы. Давайте проверим фургон. Хохол, давай проверяй. Остальные круговую оборону. Пуст. Внутри ничего. Тогда еще 2 надо найти. Надо, знаешь что, занять вот этот дом кому-то из твоих бойцов. Чтобы он помогал нам с 5-го этажа простреливать дальше следующую улицу, по которой будем двигаться. А будем двигаться за БТРом. И вдоль дворов. Да. Ты с ГМом сможешь работать на дальней дистанции? Вряд ли. Вряд ли у него специально... Думаю, что ты меня будешь корректировать по движению БТР. Ну да, потому что дальнейшие действия без БТР вообще никак у нас нереально будут... Еще чуть-чуть. Все, стой. Как только доедешь до соседней калитки, останавливайся плотно к правой стороне. Контакт впереди, у меня двое. Принял. ГМ, разрешаете огонь? Да. ГМ, огонь.
Давай, не ош... Продолжай движение. Сильно не тарандись. Контакт у колодца. Вижу огромную группу противника на 300 на краю поселения. Группа смещения направо у дворы. У дворах контакт. Ебать. Атака. Правая часть дворов в контакт. Принято, перестрел правую часть дворов. ГМ, разрешите огонь. Разрешаю. Раненые есть? Есть раненые. Сумер живой? Да, жив. Рокс? Жив. Вроде все целы. Нам надо дом этот проверить. Крайний магазин был уничтожен. Готов. Ебать, по дому шьют. По мне работают. Я здесь, я здесь. Давай дальше по двору пройдем. У шарифа контакт. Понимаю, откуда. Давай, давай по-быстрому двухэтажному зеленому дому пробежимся. Один. Вот ты если не видишь больше контактов, то можешь к нам спускаться по дворам. Просто еще не поднимай голову. Да я вижу, да пиздец. БТР, у нас кончились укрытия, тебе надо будет проехать вниз до остова УАЗика. До железного забора слева. Принято. Начинай движение. Пулеметчик снял с позиции. Принято. Семер, не забывай, я за тобой пишу. Чего у них стройбом на вооружении? СТГ. А, всё. Ну, нет, пошли. Пошли, СТГ. Занимайте позицию за БТРом, сейчас подвижемся дальше. Циммер, я тебя сейчас корректирую. А, двигайся до следующего сарая за забором. Встань так, чтобы мы ушли в левую калитку. Хорошо. О, ебать, раненый! Нас ранен. Давляйте огнем, уводите раненого. Разрешаю. Ты, БТР, начинаем движение. БТР, стоп. БТР, полный вперед, тарань забор. Блин, ты шумно. Проходим. Все, БТР, стоп. Проверяем дом слева. Сейчас мы дом проверим. А вот слева есть дверь, пойдем пройдем. Открывай дверь. Поехали. Контакт! Бил? Да. Проходим. Так, желтый дом чисто. БТР, проезжай дальше, перекрывай улицу. Слева, справа. Справа. О, они лечатся! Добивайте! Контакт справа, вдоль дороги, вдоль домов. Попробуем сюда. Будки впереди. Правая улица. Два контакта. Цельный поток. Да, зачищаем улицу и проверяем микроавтобус. Кто раненый? Кто раненый? Лечите его, поднимайте. Нас 200 или 300? 300. Так, контролируем улицу. БТР пока заглушит. Что такое? Помочь надо? Пробую. Вставай, дружище. Стас, помоги нам. Медкиты и аптечки есть. Не хочется. Вот, все, лечу. Ага, пошел. Нет, нормально, все нормально.
Контакт! Тут искры полетели по автобусу. Все, wake up. Ой, спасибо. Ставим до Гичня, ты дорм. Давай, всем одновременно. Куда? Перед тобой. Прицеп? Ты сможешь через столбы зайти? Да. Прямое. Тихо, тихо, аккуратно, аккуратно. А, столб, не надо. Спрячьтесь, спрячьтесь. Так, все, нормально все. Он чистый. Пусто? Пусто. Последний микроавтобус остался. И здесь аккуратнее стреляем, потому что уже частный сектор плотно начинается. Гражданских здесь нет. Должны быть. Если мы их не видим, значит они прячутся. Пузику тепло. Сейчас движемся за БТРом, за правой его частью. ГМ с вами. Да, ГМ с нами. Циммер, имей в виду, что мы по правую часть от тебя, то есть направо не поворачивайся. Движение до следующего дома. Идем, идем, идем. Контакт в окна. ГП в окна, ГП в окна. Шариф. Шариф 200. Стоп, стоп, стоп. Продолжаем движение. В окнах остались еще. Минутку, стоп, 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 БТР, стоп. Гранат, прыгай. Прямо. А, оглушило. Начинаем. Начинаем. Давай. Ох, ебать. Минус 2. Разрешите ГМ. Давай. Микроавтобус пуст. Принято. О, у нас 200-й походу. Из двора. Закидывайте гранаты. Что там дальше видишь? Просто останься там контролить выход. Секунду. Мы не стоп. Принято. Вижу в разрушенном доме за дорогой находится противник на втором этаже. Среднее окно. Подтверждаю. Уничтожил. Начинаю таранить желтый забор, двигаюсь направо. Как протаранишь, вообще дави всех там, кто есть. Как закончишь, то мы же сразу, мы зайдем за тобой. Прикрывай. Держу северную улицу, главную. А, нет, есть противник на желтом доме. Убит. Продолжаем движение. Противник в ганке зашел за желтый дом. Перемещаюсь к вам. За двором, за забором, за забором кто? Забором свои, свои, свои. Наши контролят вот тот выход перед нами. Контакт, противник в ганке с дробовиком мертв. Отлично. Добивайте трупы. Зачищайте этот двор. Особое внимание на окна. Проверить все дома. А, еще на дом! Убит, убит. Я тут, блядь. Я оружие выбили из рук. Так, зачищай желтый дом. На севере возле серого дома был. Контакт в желтом доме был. Там я, так как этот район более-менее знаю, смотрите, следующий район таким же пятачком обустроен, общий двор, надо будет его зачистить, посмотреть. А оттуда мы уже можем выйти вот на ту стройку с желтым краном. Так что смотрите, где-то нам надо протаранить этот забор. Давай. И идти насквозь, скорее всего, потому что справа будут только поля. Так, БТР, значит, заходит в забор. Смотри. Проезжает метров 20 и останавливает. Да, ты их ломаешь, проезжаешь метров 10-15 и все. Циммер, смотри, с правой стороны есть отличная еще позиция для стрелков, двух второй этаж занять. Вот, разрушенный дом, занимай второй этаж. Пошел. Наблюдаешь кого? Никак нет, я сейчас только занимаю. Есть, по мне работают. БТР срочно адвокатов. БТР, давай, ломай. Противник.
Противник ранен, не добит. Захожу в дом. Разрушенный дом справа, прямо с ДТРом. А, добил. Отправление живой у броника. Справа от БТР у броника. Принято. Подтверждаю. Вы его оглушаете, но не убиваете. Твою мать, откуда шьют, я не пойму. Со стройки шьют. За стройки лопнули. С броником. Закидываю гранату за стройку. У нас раненый в доме. О, раненый на входе в дом, деревянный. Во дворе. Блять. Откуда? Ты видишь их? Я на подавление. На подавление, понял. Еще я так понял, со стройкой разобрали. О, контакт! Направо куда-нибудь! Назад. Прячься куда-нибудь. Стоп! Да, да. Я боюсь еще в открытие. По гаражам бей прям. Открытый все. Гараж. Все, БК закончился. Могу сколько отработать? Трубой давай. Трубой по гаражу. 5 тигр отработал. Хорошо. Там один точно был. И он лежит сейчас. Давайте потихоньку дальше продвинемся вдоль забора. Пуск. Давай, тигр, вперед по дороге. И перед. Перед микроавтобусом вставай поперек. Так, иду за тобой. Правую сторону чекайте. Топ-группа. Контакт в наркодиспансере. Мне влево, вправо. Стоять. Минус. Сколько их было? Один. Так, группа рассредоточится по перекрестку. Надо будет сейчас проверить микроавтобус. Займите укрытие по углам улицы. Один будет проверять. Костыч, давай я. Да давай я сам проверю. Все, держите угол. Я иду.